вы увидите какое-то невероятное видео. Это новый тренд у женщин. Они просто-напросто снимают все поголовно. Этих роликов миллион. Я даже не стал специально выбирать. Я перес первый рандомный, в общем, смотри. То есть вот так вот я выгляжу, да, когда... Зато у меня сердце доброе. То есть вот так вот я выгляжу, да, когда... Зато у меня сердце доброе. Почему они гребут все самое говно? Почему нельзя что-то взять хорошее, красивое, нормальное, доброе? Почему?